Друзья, всем привет! Вы на канале Звездочка Софии. Мы сегодня приехали опять на пляж купаться. Сегодня очень жарко. Хорошо, что мы взяли палатку, сделали какую-то тень. Да, Софиюшка? Мы вчера были, немножко сгорели, наверное. Поэтому сегодня мы на пляже стоим в туничке. И в палатке у нас здесь кухня. И кухня, и ляли. Забудьте про меня. И Мариночка здесь. Жарко, Николь? Ага, кепку намочила. Сегодня очень жарко, да? Ага. Прячешь палатку. У нас еще есть одна палатка, может, еще одну раскроем. Софиюшка, что ты делаешь здесь? Чаю варю. Выливаешь водичку, да? Ляля пьет. Ляля сидит в бассейне и водичку пьет сразу, да? Она не чаю принесла. Водичка сегодня теплая, хорошая. Ага, не то, что вчера. Вчера было очень холодно, ветер очень холодный был, да? А сегодня жарко. Будем прятаться в тени. Ага, я с тебе кепку начала. Софиюшка здесь уже кушать готовила, Ляль накормила, Ляли наелись и уже вот легли спать. А та еще плавает, Ляля. Загорает. Сегодня, да, отличная погода, чтобы позагорать. Я иду загорать. Загорать? Ну, хорошо, давай, я сейчас тоже приду. Будем загорать. На солнце сахар только, а мочу я